Два раза в неделю приставы и сотрудники Дальэнергосбыта обходят квартиры должников за свет. Стучатся в двери только к тем, кто не платит уже давно. По этим квартирам проводились отключения и есть судебные решения. Если хозяева готовы сотрудничать, то долг можно оплатить на месте. У меня квитанция есть оплаченная. Судебная, она не входит. Судебные издержки, они в основную квитанцию не входят. Их нужно оплачивать отдельно. Хорошо. А где мне платить? По какому мне платить? Можете сейчас здесь меня на месте оплатить, а квитанцию подпишу. Нередко приставы и Дальэнергосбыт сталкиваются с закрытыми дверями и калитками. Значительная часть неплательщиков официально не работают, живут за счет родственников. Дома их застать непросто. В таких случаях приставы собирают информацию у соседей. Визиты по данным адресам будут повторяться. Польза от рейдов действительно есть. Кто-то из неплательщиков сразу оплачивает задолженность, а кто-то, у кого-то мы арестовываем имущество на месте. Так, в прошлом году у жителей города было арестовано 13 предметов бытовой и видеотехники, счет оплаты задолженности. Как правило, лишившись своего телевизора или холодильника, неплательщик всерьез задумывается о том, чтобы оплатить долги. Вернуть технику можно, если в течение 10 дней полностью оплатить задолженность. Всего в прошлом году во время рейдов сотрудники Дальэнергосбыта обошли 1500 абонентов. В результате совместной работы с судебными приставами предприятию удалось вернуть более 7 миллионов рублей задолженности. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.